Я от души вас поздравляю с Новым годом. Пусть этот Новый год принесет вам радости и счастье. И главное, берегите себя, свою семью и свое здоровье. Оно необходимо для всех нас, для всей нашей страны. Я представляю, какой это удивительный праздник. Мы все в предвкушении и накрываем праздничные скатерти-самобранки. И примерно это так. С Новым годом вас мы поздравляем, счастья, радости мы вам желаем. Огурцы нарезали и по рюмке врезали, оливье нарезали, да и по рюмке врезали. С Новым годом, Надежда Бабкина.